Друзья, привет! Это очередной отчет по компании Армель, о ее работе. А пришла очередная посылочка, заказала в Казани. Посылочка пришла за 4 дня. Сейчас откроем, посмотрим, что внутри. Ну, вот, собственно говоря, все, что внутри. Это духи, долгожданные позиции императрица и эклат. Давно не было их. И вот я заказала, как только появились. Это 126 и 111. Так что, кому нужно, можете писать, пока еще в наличии остались. И долгожданный витаминизированный напиток. Давно хотела попробовать. Сейчас была акция. Покупаешь Vita Energy Vita Fit и Vita Energy в подарок. Вот это пришел мой подарок, потому что я не указала его в первой посылке, и мне компания дослала. Ну, давайте посмотрим состав. Здесь есть таурин, коэнзим Q10, мы знаем это, для молодости, красоты кожи и организма. Бета-каротин тоже очень нужная вещичка. Янтарная кислота, мы знаем, насколько она хорошо для организма влияет. Экстракт облепихи. Облепиха очень любимое растение, витамин С там, да, и всякие нужные вещества. Ну, вот без сахара видим, да, на фруктозе. Ну, надеюсь, в осень... Это поддержит. 20 пакетиков, там порошочки. Ну, видим, что посылки очень качественно упакованы. Доходит, как я сказала, за 4 дня. С Армелью доставка очень быстро и недорогая. То есть вот такая посылочка. Доставочка обошлась примерно в 250 рублей, 300. То есть каждый может начать работать с Армелью, сотрудничать и открыть даже свой офис, если еще в городе у вас нет, получать дополнительный доход. Если же есть офис, еще проще. Вы просто можете прийти на склад и забрать всю нужную продукцию. Если вам понравилась идея такого заработка, если вы хотите покупать качественные брендовые ароматы, не переплачивая за флакон, бренд, рекламу, упаковку, вы можете брать вот такие духи, абсолютно спокойно и быть уверенным в качестве, да. Еще раз напоминаю, что это духи 20%, не просто вода парфюмированная или туалетная, как продается, и концентрация 20%. От 900 рублей вы можете покупать качественные брендовые парфюмы. Заинтересовала возможность, есть сайт внизу видео, есть мои контакты, пишите, помогу оформиться, помогу начать работу. Всего хорошего, пока!